Добра, радости и всяческого процветания вам, дорогие друзья. Сегодня бы хотел сказать пару слов о одном из лучших средств для очистки замши на букве велюра. Это средство Нудиаем под торговой маркой Сапфир. Средство, как чистящее, одно из самых лучших и замечательных, на мой взгляд. Дело в том, что данное средство очень бережно, но достаточно интенсивно очищает глубокие загрязнения. И, в принципе, практически с любых материалов, будь то это стрейч, будь то это замша, нубук, будь то это нубук под Timberland сделанной выделки. Вот. Также любых текстильных материалов и материалов с каким-то либо фишинговыми покрытиями. Использовать его достаточно просто. Мы каким-то либо способом наносим наше средство на поверхность обуви или на загрязненный участок обуви. И прилагаемой щеточкой растираем до появления очищающей пены. Далее мы даем своей этой пеной питаться, просто счищаем ее любую область. Обувь после этого становится чистой, ухоженной, ее внешний вид. И что самое главное, ну, в большинстве случаев, подавляющем большинстве, данное средство не имеет никаких окраски. Что ж, рекомендую данное средство, купить его можно в нашем магазине «Хоб любителей чистой обуви». Надеюсь, мои следующие советы будут вам полезны. С уважением.